Завтра Москва. Вас приветствует город Первоуральск. Меня зовут Королева Наталья, и со мной кошка Маруся. У нее с детства дисбактериоз перешел от матери. И я вам хочу показать, есть ли Маруся наши молочные продукты из магазина. Я ей предлагаю творог. Иди сюда, Маруся. Творожок иди кушай. Будешь творожок кушать? Нет, творог она не ест. Маруся, иди сюда. Какая банка. Маруся. Марусь, а йогурт будешь? Маруся. Маруся. Ну иди сюда. Баночку, да? Она на баночку идет. А йогурт будешь? Скажи, какой вкусный йогурт. Это я предлагаю. Йогурт с бифидобактериями. Марусь, будешь йогурт? Нет, йогурт она тоже не хочет. А активи будешь? Активи хочешь? Марусь, подожди ты активи, поешь. Ну, Марусь, ну ешь. Молочный продукт из магазина. Будешь? Кошка убегает, ничего не будет. А сметанку хочешь, Марусь? Маруся молочные продукты не очень уважает в наших магазинах. Ну давай еще, Марусь. А сметану будешь? Сметану. Сметану будешь? Вот, сметану будешь? Да, как вы видите сами, сметану она тоже не ест. Я ей что предложила? Творог. Био-йогурт, активия и сметану. А сейчас я предлагаю симбионты Кутышова. Марусь, иди сюда. Марусь, иди сюда. Будешь? Иди сюда. Иди. Маруська, капризная кошка. А сейчас я предлагаю симбионты Кутышова. Марусь. И вот эффект. Маруська ест симбионты Кутышова. Почему? Потому что у Маруси дисбактериоз. И она сама себе помогает. Вот такая интересная кошка.